В пятницу 1 февраля губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посредством видеосвязи принял участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения, направленного на поддержку и регулирование социально-трудовых отношений в субъектах Большого Урала в 2019 году. Само мероприятие состоялось в Екатеринбурге. Свои подписи под документом поставили полномоченный представитель президента Российской Федерации в УРФО Николай Цуканов, а также председатель Координационного совета отделения Союза промышленников и предпринимателей и Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального округа, информирует пресс-служба главы региона. Практика заключения трехсторонних соглашений на окружном уровне полностью себя оправдала. Полезность и релативность таких документов подтверждается и всеми сторонами. Однако жизнь не стоит на месте, и формат нашего сотрудничества необходимо совершенствовать. В своем выступлении глава арктического региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что подписание соглашения между полномоченным представителем президента в УРФО, профсоюзами и работодателями принесет реальную пользу для устойчивого развития экономики Ямала, а также придаст импульс росту социальной защищенности жителей округа. Сегодняшнее соглашение является крайне важным, в том числе для Ямала, для роста социальной защищенности жителей нашего округа. Этого можно добиться, только действуя вместе в рамках социального партнерства. Важно, что в соглашение включены поручения, способствующие успешной реализации майского указа главы нашего государства. Мы, в свою очередь, тоже внесем соответствующие изменения в действующее региональное трехстороннее соглашение между объединением профсоюзов, ассоциацией работодателей и органами власти. На Ямале развитию социального партнерства и защите интересов работников уделяется особое внимание. Тем, кто работает на территории округа, как известно, по закону предоставляются особые гарантии. Это и северный коэффициент, и льготный проезд к месту отдыха. Мы поддерживаем заключение предприятиями и организациями округа коллективных договоров со своими сотрудниками, устанавливающие меры дополнительной социальной защиты. По инициативе правительства ЯНАО действует антикризисный штаб, работа которого направлена на привлечение к ответственности работодателей, нарушающих закон. Параллельно ведется комплексная работа по популяризации рабочих специальностей. Ямальцы – активные участники конкурса «Славим человека труда». В прошлом году более 200 сотрудников предприятий региона соревновались в 17 номинациях, а федеральный этап конкурса прошел в Новом Уренгое.